Всем привет! Меня зовут Андрей Доцент, и это Five Nights at Freddy's 2, вторая часть. Мы продолжаем. Третья ночь, и мы попытаемся ее протянуть. Ну что, так, заткнись, ты мне не нужен. Я и так примерно догадываюсь. В общем, каков план действий? План действий примерно прост. Вовремя заводить шкатулочку и не глупить. Избегать, в первую очередь, мальчика, которого у нас есть тут. Господи, а почему у меня так сразу... Почему у меня так сразу кончился заряд? О, Фокси! Фокси, какого хрена ты тут? Так, шкатулочку надо быстрее заводить, пока не поздно. И ждать. Ждать гостей. Надеюсь, принесет. Так, что еще, какой у нас план? Да, в принципе, плана-то никакого. Главное, не допустить... Блин, такое чувство, что шкатулка быстрее стала разряжаться, честное слово. О, кто-то появился. Ну-ка. Опять Фокси, да пошел ты нахер. Так, наверное, сейчас исчезнет. Заводись ты. Шкатулка-то как быстро заканчивается. Вы что, серьезно что ли? Нифига себе. Это вообще дело плохо, я скажу. И эта шкатулочка, она, по-моему, влияет как раз еще и на парнишку, которая может появляться. Хотя, по-моему, нет. Все это шляпа. Я что-то в Википедии почитал, короче. Что-то поможет, а что-то, короче, нихера не поможет. Заводись. Заводись быстрее. Так, кто-то появился. Вау! Заяц из первой части. Заяц из первой части. Вау, медведь из первой части. Да вы чё, серьезно что ли? Так. Так. Надо действовать очень быстро. Ох ты, черт побери, только этого не хватало. Давай. О, блядь! Фу, пронесло. Ищи! Ни хера не пронесло. Как же так? Я, видимо, опоздал. Черт побери, опоздал. Но от него иного выхода не было. Или, может, мне стоило одеть маску, чтобы он от меня отстал? Давайте еще раз попробуем. Чё ж откладывать-то? Блин, а? Значит, надо будет одевать маску, когда он появится. Маска только не действует против лисы и против марионетки этой. Клоун или как его там. Все. Против всех она действует. Может, когда они появятся, надо мне масочку одевать? Так, давай-ка, шкатулочку, заводись. Вот так вот. Фух, так, спокойнее. Спокойно. Будем включать, когда будет что-то реально. По звуку. О, видите, звук заиграл, есть смысл включить. Ну, кто у нас там? Фокси. Есть. Я Фокси убрал. Все, Фокси засветил, и он ушел. Так, давайте попробуем тогда такую стратегию. Кто будет, кроме Фокси, появляться здесь, будем надевать эту шляпу. И молиться, что ничего не случится. Господи, а почему же меня медведь засапал? Я вроде бы успел бы заныкаться. Разве нет? Ну, ждем. Вау! Как у меня шкатулка-то. Кто у нас там? Опять Фокси. Я тебя засветил. Все. Ты должен исчезнуть. Так, Фокси исчез. Отлично.
Вот только тебя, ублюдок, не хватало, честное слово. Только тебя не хватало. Заводим. Блин, что-то она больно быстрая. Больно быстро. Больно быстро уходит энергия. Так. Так, ну это у нас заяц из первой части, как мы можем заметить. Так. Заводим, заводим, заводим. Господи, первый час, всего-то первый час, а у меня уже энергии. Опа-на, кто-то у нас появился. Фокси, ну тебя я спалил. Подчистую. Все, ты должен уйти. Блядь. А как он так быстро-то появился? Нет. Твою мать, а! Сука! Черт, а как же так, а? Как же так не прет-то? А что ж против него делать-то? Вроде я его и засветил, но сука, как он быстро появился. Значит, надо как-то, не знаю, быстрее что ли одевать шлем? Давайте еще раз попробуем. Может быть, да получится что-нибудь. Так. Аниматроники чертовы. Так, давайте-ка пока потренируемся, пока есть время. Раз, 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 раз. Заправили. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Вот так вот. Супер. Будем действовать тогда так. Угу. Будем действовать так тогда. О, Фокси. Все, я тебя посветил. Ты должен исчезнуть. Фокси. Нет, главное, заяц-то исчез. И вдруг неожиданно так резко появился. Хотя бы где-нибудь тут бы оказался. Я не знаю. Перед рамкой, где-нибудь рядом тут. Перед главным входом. Так нет ведь? Засранец. Давай. Так. Заводи. Хм. Это на месте у нас. Так, ну, все ништяк. Опять кто-то появился. Да ёб твою налево, а. А, это ты, лис. Ну, я тебя спалил. Ага, исчез. Все, супер, живем. Так. Господи, это только первый час. 8 минут реального времени это все длится. Обалдеть. От 8 до 10 минут. Ну, кто там у нас на этот раз? А, Фокси, ты? Ну, я тебя спалил. Можно, по крайней мере, заправиться. Так. Отлично. А зачем я эти шахты освещаю? Я вот не пойму. Кто-то есть? Заяц чертов. Ну-ка. Так, заяц исчез. Быстрее заводись. Быстрее заводись. Так, никого. Никого. Заводи, 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 быстрее. Черт, появился засранец. Пусть это будет Фокси. Так, Фокси мы спалили. А энергии-то у меня вообще ни о чем осталось, ребят. Вот дрянь-то, а. Черт. Блин. Давай, заводи.
Нет, все, спалил меня. Схавает сейчас. 100 пудов. Ну я ж говорил, ну ё-моё. А, черт, что-то не получается. Ладно, думаю, будем пробовать. А пока я с вами прощаюсь. С вами был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Это 5 ночей, Фредди. Все, ребята, всем пока.